связи с установлением значения поселения Бамут в истории ингушей имеет определенный интерес сведения о судьбе ингушских поселений в долине Галгай-Ари. Вот сегодня говорят, там это вынужденно, вот этот Сулейман вынужденно сказал, ингушские просторы Ахаджханис, да. Масейте тейпе дяха, Альтимирова вышли, Альтимир юрт. Вот на этой долине Галгай-Ари. Зегал юрт это Евулоевы. Другие там Оздоевы. Третьи там другие. Дух тейпаш дехатченски. Да, а там очкое мелье население, ну хаян корень еще цикбяха. Вот смотрите, в связи с этим вопросом этимология занимает очень интересный вопрос, этимология топонима Казах-Гичу. И данные о этническом составе населения Казах-Гичу на момент основания в 19 веке. Вот вся современная российская историческая наука вслед за Волковой, да? Ну, где смотреть? Этнический состав Северного Кавказа, Москва, наука 74. Или этнонимы и племенные названия Северного Кавказа, Москва, наука 73 год. Цикинский дешанс, материал дешанс. Они повторяют, все ученые вслед за Волковой повторяют представленные ею сведения о миграции этнических обществ, терминах, обозначениях, этнонимах, населении, этническом составе тех или иных населенных пунктов Северного Кавказа в определенные периоды. В своих сообщениях о составе населения, например, поселения Казах-Гичу и других соседних аулов, Волкова ссылается на исследователей 18-19 века и на акты Кавказской археологической комиссии, том 6, страница 506, где указано: в начале 19 века источники указывают карабалахское население, годы и парыки, карабалско-чеченское население, алкарово-чеченское население Казах-Гичу. При проверке содержания оригиналов немецких и иных авторов, в том числе Карт Штедера, да, 800, немецкие авторы 73-71 года, и Карт Штедера 881, Клапрота и других исследователей, выясняется совсем иное. Одни исследователи свидетельствуют, Казах-Гичу живут ингуши, а другие уточняют, живут только ингуши. Да, Багдар Раздавша. Скоро выйдет материал, интересный материал. Вот там вот эти все немецкие вот эти хроники, и немецкие материалы жди, фотографии ждешь, переводы ждешь, тексты ждешь, кто хочет по-своему там перевести, да, не так, как положено, а может по-другому переведет. Дерек материал из душа. Они выйдут скоро, да? Ярик Агар, веками мелбудший был. А, пусть бить дереги разрушат из душа. Видите, как говорят? Один говорит, живут ингуши, а другой говорит, только ингуши. Никакой ни чеченское население, ни такое.